Да, я снова жив. Меня артефакт находится в руинах Сичерона. Его охраняет призрак могучего воина. Думаю, ты бы... Этому глупцу Нефалему удалось меня убить. Конечно, я уже переступал грань смерти и, наверное, сделаю это вновь. К тому же я был готов к такому повороту событий. Кто-то может возразить, что оживление собранного тела и наполнение его воспоминаниями – это только подобие воскрешения. На что я отвечу. Вы просто не понимаете всего величия Золтуна Кула. Покажи свой... Обычный лучник попытался бы сбежать, когда я ринулся на него с оружием. Но этот не двигался с места, не сводя взгляда своих пустых глазниц с наконечника стрелы. Даже когда я взмахнул мечом, собираясь отрубить ему голову, он выпустил еще одну стрелу. Как можно сражаться с противником, которому неведомы ни страх, ни чувство самосохранения? Куни, или как их еще называют, люди-пантеры, тысячелетиями обитают в пустыне к востоку от Халдеи. Крупные самцы руководят племенем и защищают его от врагов. А ловкие самки-лакуни занимаются охотой. В целом, это примитивные создания, которые ведут замкнутый образ жизни, но они становятся агрессивными, одержимые голодом или будучи загнанными в ловушку. Ящеры – это демоны, которые являются из глубин преисподней на зов темных магов. Они преследуют жертву, атакуя ее острыми когтями. В это время призвавшему демона колдуну ничего не мешает творить свои темные заклятия, обрекая противника на мучительную смерть. Тьма ждет! Так сладка. Последние дни правления короля Леорика, даже ушедшие из жизни много веков назад, стали подниматься из могил. И скелеты облачались в доспехи и брались за оружие, чтобы принести погибель всему живому. Несмотря на кажущуюся хрупкость, эти создания могут быть очень опасны, ведь понять, чего от них можно ждать, совершенно невозможно.
Никогда не забуду тот день, когда впервые увидел, как эти безобразные создания выползают из мглы лесов. Те, кого мы некогда любили, восстали из могил и начали нападать на людей. Мертвые, потерявшие покой, были лишь началом наших бед. Темные берсерки считаются слабыми демонами, но и они намного сильнее любого человека. Мне удалось обнаружить в соборе свитки с темными заклинаниями, начертанными архиепископом Лазарем. С их помощью можно призвать этих демонов. Уповаю на то, что никто не переписывал свитки, и страшное знание будет утрачено навеки. Хотя эти жнецы вооружены опасными мечами, но их щиты, усеянные бритвенно-острыми шипами, представляют еще большую угрозу. Всего один удар такого щита способен полностью выпотрошить жертву. Он был создан не для защиты. Его цель — кромсать, калечить и убивать. Слишком мало ненависти. Таэль наделил неупокоенных лучников способностью чуять живую плоть. Им не нужно видеть своих жертв. От их всепроникающего взора не спасают никакие преграды. Лучники обнаруживают живых сквозь камень, дерево и даже сквозь землю. И когда жертва попадает в прицел, они уже не промахиваются. Против правды!
свершение! Давно я открывал порталы для нефалемов, желавших отточить свои боевые навыки. Они храбро сражались с врагами в местах, явившихся из темных глубин их памяти. Мы принадлежим к могучей расе, но мы ничто без боевой закалки. Если ты хочешь стать такой, какой тебе было предназначено... Прекрасно! Хочешь найти больше золота? Возьми с собой вора. Моя сила растет. Мне доводится слышать нелепые рассказы путешественников о злобных деревьях, подстерегающих странников в пути. Это просто смешно. Древошкуры — это вовсе не растения, а обычные животные, принявшие облик дерева, чтобы подстеречь добычу. Подобным трюком можно провести разве что простаков. Тебе разгорается ярче. В Тристрамии прочно обосновался темный культ. Боюсь, что его зверства станут проклятием этих мест. Мне удалось кое-что подслушать, но очень мало. Разве что во время ритуала сектанты несколько раз повторили имя Магда. Хвала небесам, теперь я возвращаюсь в свой дом, где буду в безопасности и смогу позабыть обо всех тревогах. Thank you.
Для этого нужно больше ненависти. На помощь! Сектанты похитили моего брата! Тогда пошли искать их, скорее. Сектанты отравили моего брата и забрали его в пещеры, чтобы заполучить мои эликсиры. Мы заставим их заплатить за свою жадность. Да только берутся такие твари! Пронырливые мелкие гоблины промышляют грабежом наших торговцев. Гоблины способны с легкостью избежать преследования, открыв портал и скрывшись в нем с презрительным хихиканьем. По поверьям крестьян, эти гоблины служат великому владыке демонов по имени Алчность, а порталы ведут прямо в его обитель. Что за нелепица? Вот он! Я дам ему противоядие! О, нет! Они уже здесь! Сдерживай их, а я дам ему противоядие! Свет в тебе разгорается ярче! Если бы не ты, он бы умер. Вот, в знак благодарности прими эти эликсиры, а мы вернемся в город. Вездесущие пауки
Одни из древнейших созданий этого мира, которые быстро приспосабливаются к новым условиям обитания. К несчастью, пауки очень восприимчивы к магии. Поддавшись магическому воздействию, они значительно увеличиваются в размерах и даже получают способность самостоятельно использовать заклинания. Избегайте затененных уголков, чтобы случайно не столкнуться с этими существами. Вурдалаки сильнее обычных восставших мертвецов, но источник их силы поистине ужасен. Они питаются человеческими останками. Эти создания представляют меньшую опасность, когда они заняты едой. Но не стоит тревожить их за этим занятием, иначе их зубы вопьются и в вашу плоть. Еще? Легко их будет убить. Это был достойный соперник. Тебе разгорается ярче. Thank you.
Мое имя Лахданан, и на мне лежит проклятие. Когда-то я был капитаном армии короля Леорика. Верой и правдой служил я своему монарху и родине. Никто не был предан королю так, как я. Даже в тот миг, когда я пронзил его черное, порабощенное злом сердце. Кто не выживал? Нас ждет могучий противник. Не хватает ненависти. Теперь я еще лучше владею собой. Падальщики — гнусные, жалкие создания. Они питаются трупами животных и изгнившими останками, которые не привлекают других плотоядных. Как-то мне повстречался один оборванец, который утверждал, что ему удалось приручить одного падальщика, и тот стал приносить ему крупных крыс для пропитания. Уверен, однако, что это пустая выдумка. Слишком мало ненависти.
После такого никто не выживал! Может показаться, что макабры – медлительные и неуклюжие создания. Но их бесформенные тела таят в себе множество опасностей. Под их кожей скрываются острые шипы и отвратительные паразиты. Поговаривают, что этих монстров породило великое зло, ужасную природу которого не хватает я ненависти. Не могу постичь. Следил за полетом летучих мышей и нашел их гнездо. Оно меня поразило. Это живое существо, а точнее старый нетопырь, исказившийся под действием каких-то темных чар. Уже не приходится сомневаться, что эти существа попали во власть демонических сил. Тебе. Тьма ждет! Там памятник. Надо его осмотреть. Мы отрезаны. Они могут напасть в любой момент. Не отступайте, братья, и нашу храбрость воспоют в века. Предчувствие. Мы не первые, кому предстоит пережить этот бой. Пора возвращаться.
Вот, посмотри. Я работал, не покладая рук, чтобы раздобыть для тебя эти товары. Я, конечно, понимаю. Не каждый спас... Прекрасно. Здесь... Теперь я еще лучше владею собой.
Мою семью растерзали порождение тьмы. После такого кто угодно сойдет с ума. Безумие убило мою сестру. И я осталась совсем одна, скованная страхом. Но меня нашли и спасли те, кто выжил. Они объединились, чтобы избавить мир от адских тварей. Во мне почувствовали силу противостоять демонам и сделали из меня совершенное оружие. Я готова сражаться. На Тристрам упала звезда, и повсюду начали восставать мертвые. Я верну их обратно в могилы. Когда-то я была жертвой. Теперь я охотник.
Такой смрад может исходить только от мертвецов. Упавшая звезда где-то неподалеку. Писание тоже. Вперед! Зло получило по заслугам. Я пришла. Звезда, мы не см... Когда же это кончится? Никогда не видел, чтобы кто-нибудь так сразу... Сжигай трупы, пока они не ожили. Закарумиты навлекли на себя позор. Лия, верно? Это правда. Тогда я верну. Осторожно, раненые превращаются! То-то мое дело загнивает. Если ничего не... Тогда я уничтожу их. Спасибо. Из города вышли 16 ополченцев. Вернулся один. Как мне помочь? Я вас... Не беспокойся. Ну что? Это одна из проклятых матерей! В руинах дальше по... Я, Декарт Каин, много лет провел в путешествиях. Повидал и изучил множество самых невероятных существ. Тем не менее, проклятые матери стали для меня огромным потрясением. Это бывшие служанки королевы Осиллы, которые были убиты, а затем воскрешены с помощью чудовищной магии. Теперь они поедают трупы, а затем изрыгают останки, порождая нежить. Сделано. Теперь эти чудовища могут упокоиться с миром. Старый Тристрам. Зло, которое принес Диабло, все еще здесь. Жители этой деревни уступили силам зла и сполна заплатили за это. Спасибо за... Это хорошо. Пойдем. Сначала. Сюда. Я открою ворота. Адрия – моя мать, но мне мало что про нее известно. Она умерла, когда я была совсем маленькой.
Меня воспитал дядя Декарт. А что же твой отец? Мне сказали, он был великим воином. Он исчез, когда Тристрам пал под натиском демонов. Смотри, тут есть подвал. У твоей матери было много секретов. Поговаривали, что она была ведьмой. Но я никогда не верила слухам. Вот ключ. Я займусь. Спасибо. Вчера вечером ко мне приходил Айден. Тяжкие думы одолевали его. Я утешила его, как умел. Но куда бы он ни шел, ад всегда будет следовать за ним. Над Тристрамом снова сгущаются тени. Но, как и Айден, я покину город, пока еще не поздно. К этому легко привыкнуть. Печально известный Тристрамский собор. Упавшая звезда должна быть совсем рядом. Тристрамский собор. Поразительно, как он до сих пор стоит. Узрите мой гнев! Уверен, во всем повинен Лазарь. Пользуясь доверием короля Леорика, темным колдовством он внушил ему, что нападение войск Вестмарша неизбежно. Боясь возразить архиепископу, советники лишь склонили головы в молчаливом согласии, отправляя нас на верную смерть.
Наконец-то! Достойный противник! Я не хочу превращаться! Служники зла! Не подходите! Прочь! Рикард, я пришла спасти тебя! На помощь! Помогите! Спасибо. Ох, я нашел этот проход на старых картах, случайно попавших мне в руки. Нам нужно вернуться в Тристрам и поговорить об упавшей звезде. Я обещала Лии отыскать ее дядю, Декарда Каина. Я нашла его, когда он пытался спастись от короля скелета. А теперь это чудовище преграждает и мой путь к упавшей звезде. Я обещал защищать... Дядя! Да, у меня... боюсь с ним. Дядя!